Re, viss ēters ir te. Ну, раз мы уже заговорили о фокусах, давайте продолжим про них говорить, ведь этот жанр искусства всегда привлекает большое количество людей, независимо от возраста. Поэтому сейчас я предлагаю посмотреть, чем же занимаются мастера иллюзии, маги в это непростое ковидное время. Об этом пойдет наш репортаж. Это пустой зал первого в Балтии музея театра иллюзии Мистера. Зрителей это по-настоящему магическое место не видела уже на протяжении полугода. Приходите, приходите! Говорящая голова без тела! Хозяйка музея, известная фокусница Даци Пиццоли, с нетерпением ждет момента, когда ситуация с коронавирусом нормализуется и учреждения культуры откроют свои двери. Мы хотели участвовать в Гиннес рекорде, подать на рекорд, как самый короткий театральный сезон. Мы открылись 6 ноября и нас закрыли 9 ноября. Чтобы как-то поддержать интерес публики к своему делу, семейство Пиццоли своими силами создали фильм «Экскурсию по музею и театру магии». Самый известный фокус Гудини заключался в побеге из негабаритной молочной банки. Часовой видеоматериал об истории иллюзии выпущен на трех языках – латышском, английском и русском. Форма, в которой мы сняли этот видео, чувство такое, как будто это вживую все, в прямом эфире. Через экран мы разыгрываем фокус со зрителем и даем наши предсказания, несмотря на свободный выбор каждого зрителя. И обучаем тоже двумя очень эффективным фокусом. Подготовьте монетку. Виртуальную экскурсию известных фокусников Пиццоли Министерство культуры включило в список проекта «Латвия Скола Сома». И теперь ученики латвийских школ смогут абсолютно бесплатно, хоть и в виртуальном формате, но все же побывать в музее иллюзии. Каждый день уже несколько месяцев, и все очень рады и выбирают наше предложение. Или они выбирают наш музей, или у нас еще есть вторая программа, которая есть как раз тоже подтверждена Министерством культуры. Это цирковое шоу «Алиса в Зазеркалье», тоже наше произведение. В планах у семьи всемирно известных фокусников Пиццоли удивить зрителей несколькими новыми постановками. Если ситуация не позволит проводить мероприятия в закрытых помещениях, иллюзионисты готовы перенести все представления под открытое небо. Я осознательно надела сегодня на себе эту байку, на которой есть рука со всеми линиями для гадания. Но в этот раз не о гадании, даже если тут написано, что ваша судьба в вашей руке. Но это не о гадании истории, но это моя уверенность в том, что в этот период, особенно в этот период, который совсем нелегкий для многих из нас, выживут те, которые возьмут свою судьбу в своих руках и сами будут все время работать, искать возможности, держаться за то, что удается, и не терять энергии на то, что не удается или что невозможно, искать новые возможности. Андрей Дмитриев, Латвийское телевидение.